Ну и еще раз, где найти свой дизайн человека, свое описание, краткое, потому что если его расширять, там будет 3 тома минимум в описании вас как личности. Где найти? Google, любую поисковик, Яндекс, там кто-то пользуется, не знаю про Яндекс, но сделайте мне на нескольких сайтах расчет, потому что там говорят, есть погрешности. И вводите рассчитать свой бодиграф или рассчитать дизайн человека, просто напишите, и выходит сайт точно так же, как вы набиваете гороскоп. Только время обязательно уточните свое, найдите, потому что расхождения могут быть в минуты. И вы получите кардинально неправильное свое описание. Найдите там бирку свою с роддома, которую вам выдавали, и узнаете краткое описание. Пока!